Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Валекса. И сегодня продолжаем наш сериал, так называемый. А вот подписчице поступил вопрос, почему мужчина подвесил ситуацию, да? И вот мы этот вопрос сейчас и будем рассматривать. Напоминаю, расклад общий. Срезонировать может не у всех. Поэтому за личными раскладами можете обращаться. В описании указан номер телефона на WhatsApp, Viber или Telegram через сообщение. Итак, давайте смотреть. Почему мужчина подвесил ситуацию? Почему загаданный вами партнер, мужчина, подвесил ситуацию, сделал ее непонятной? Почему мужчина подвесил ситуацию? Давайте посмотрим сначала, что у нас за партнер. Партнер в ограничениях. Вот он сам себя поставил ограничения, видимо, более причины. То есть человек, который, видите, тут герой, ну, в данном случае героиня, стоит посреди и сама себя приковала к земле мечами. 8 мечей. С закрытыми глазами, не знает, почему она это сделала. И наш герой, наш загадный партнер, тоже не знает, почему он это сделал. По крайней мере, вот такие энергии от него идут. А хочешь ли ты говорить с нами, дорогой? Хочешь ли ты с нами говорить на эту тему? Смотрите, колода сразу стала сопротивляться. Угу. Хочет выяснить девушка, почему мужчина подвесил ситуацию, да? Королева Пентаклей вышла. Возможно, девочки, у меня тут земной стихии. Возможно, спрашивают за супруга, либо за мужчину, которого планировали взять супруги, да? Девочки, которые начали осознавать свою ценность. Девочки такие домашние. Вот по этой проходят мои подписчицы, мои зрительницы, кто сейчас смотрит. Каждое видео, ведь оно не случайно попадается. Так вот, тут, понимаете, мужчина не особо хочет разговаривать, тут хочет все прояснить та девушка, которая смотрит. А ты будешь разговаривать? Сейчас я с ним поговорю. Ты будешь разговаривать? Угу. Карта мир. Да, он хочет как-то мирно урегулировать вот эту ситуацию. Хорошо. Как ты хочешь урегулировать ситуацию? У меня есть цели. У меня есть цели на будущее. С чем связаны цели? Человек надеется на какую-то удачу. То есть человек хочет толкнуть какой-то проект в своей жизни. А в какой сфере проект? Вы знаете, проект вот продиктован ему. Тут, кстати, девушка бежит, видите. Очень возможно по поводу отношений, да, вот у него есть какие-то планы, какие-то цели. Угу. А с той девушкой, которая меня смотрит сейчас, что ты планируешь? По четверке кубков, знаете, тут человек, ну что говорить, не хочет продолжения отношений, у него планы по поводу другой женщины есть. Я не хочу сказать, что есть другая женщина, но планы на другую женщину, возможно, симпатии у него есть. По поводу вас, вот понимаете, вы всю свою ценность перед ним как на ладони выставили, вот по этим кубкам, а он не принимает. Он вот просто сидит и смотрит. Почему ты не принимаешь ту девушку, которая сейчас смотрит меня? Почему не принимаешь? Вы знаете, он не может понять, почему у вас нет гармонии? С чем связано отсутствие гармонии? Ну, выпадает карта маг. А вы знаете, вот он считает, что он может быть более ценный в этих отношениях, что он достоин большего, что он, ну, более круче вас, что ли. То есть,
Вот здесь идет мне такая информация, что он считает, что вы ему не пара. Понимаете? По крайней мере, на данный период. Поэтому вот смотрите, девчонки, вот еще раз к этой карте возвращаюсь. Не берет, не оценивает. Вот считает, что он круче. А на самом деле, девушка подходит к тебе. Какой у вас потенциал? Вот смотрите, может быть, вы вышли в мечевых энергиях. И вот именно по этой причине мужчина отстранился. Может, истерите, да, бывает такое часто. Может, вы носите мозг. Может быть, активно хотите продавить ситуацию в ваших отношениях. То есть больше на себя берете инициативы, чем нужно. Слышите меня? И таким образом вы отталкиваете мужчину. Я всегда говорила, говорю и буду говорить о том, что мужчины и женщины устроены совершенно по-разному. И дело в том, что если женщина находится в мужских энергиях, а что такое мужские энергии? Это энергии завоевания. Женские энергии – это энергии любви и благодарности. Так вот, если женщина находится в энергиях завоевания, то есть, по сути, меняется с партнером местами, эта женщина непременно потерпит фиаско. Потому что это не ее суть. Потому что она такой не должна быть. Потому что Вселенная уготовила ей иную роль в этой жизни. Девочки, кто в мечевых энергиях? Услышьте меня, пожалуйста. Отпускайте ситуацию. Принимайте ее такой, какая есть. Не надо пытаться ситуацию продавить, навязаться мужчине. Не надо пытаться его вывести на выяснение отношений. Очень часто, и даже на какой-то разговор, вот очень часто меня спрашивают совета. Ну вот я ему сейчас напишу, что у нас все закончилось. А зачем вы ему будете писать, что у вас все закончилось, если мужчина и так подвесил ситуацию? Если мужчина, понимаете, мужчина, который обожает женщину, никогда не будет ее, во-первых, обижать таким поведением, во-вторых, вносить неясность в отношениях. Ему это невыгодно. Выгодно это тому человеку делать ситуацию подвешенной, который порой сам не знает, что хочет, порой не может объяснить партнерше в силу разных обстоятельств, не может ей объяснить, что она себя неправильно ведет. Либо не хочет, либо не понимает, либо не знать, что за этим последует. Понимаете? Хорошо, давайте спросим такой момент. А если вы поменяете энергию, как он отреагирует? То есть, если вы выйдете из мечевых энергий, да, перестанете мужчину вызывать на выяснение отношений, перестанете ему выносить мозг, перестанете пытаться улучшить ситуацию любыми способами, да, то есть войдете в женские энергии. Что такое женские энергии? Это энергии наблюдения. Мужчине нужно позволить стать охотником. Нужно создать такие условия. Тогда эти отношения обречены на успех, поверьте мне. А для того, чтобы мужчине создать энергии, обстоятельств, в которых он будет проявлять мужские энергии, женщина должна занять позицию наблюдателя. То есть наблюдаем, насколько у нас мужчина готов вкладываться. Понимаете? И принимаем все как есть. Если мужчина не готов вкладываться так, как хотите вы, настолько, насколько хотите вы, значит, это нужно принять. Не нужно его за шкварник тянуть в эти отношения. Он все равно будет упираться. Либо потом вам это выйдет боком, если он на данном этапе не будет упираться. Давайте смотреть, как поведет себя партнер, если вы выйдете из мечевых энергий, если вы поменяете энергии. Видели, какая карта? Это шанс на взаимную любовь. Девочки, тут все. Тут дальше нет смысла смотреть. Тут все четко и понятно нам высшие силы объяснили. Вам высшие силы объяснили. Вы неправильно себя ведете, поэтому человек подвесил ситуацию. Он решил от вас отказаться, потому что он устал от вашей активности, в каком бы виде она ни проявлялась, от вашей, возможно, назойливости. Вам кажется, что вы из лучших побуждений это делаете. Вас никто не осуждает сейчас. Вам просто говорят, что это неправильно. А вы из лучших побуждений это делаете, где-то там, я не знаю,
стаканчик подать, где-то тапочки перенести, где-то лишний раз позвонить, где-то лишний раз написать. Но на самом деле вы таким образом душите человека своей любовью. Понимаете? Душите своим присутствием. У каждого человека должно быть личное пространство. И таким образом, а когда вы не получаете ответной реакции от него, вот это сю-сю-сю, да, вы впадаете в мечевую энергию, начинаете злиться, сама себя накручиваете и начинаете выводить мужчину на выяснение отношений, что только усугубляет ситуацию. Стоит только вам изменить энергии, как отношения изменятся. Никогда, никогда не надо пытаться изменить партнера. Всегда нужно пытаться изменить себя. И не просто пытаться, а именно изменить себя. Смотрим дно колоды, подсказка. Карта смерть, старший аркан. Это разговор о том, что отношения возобновить можно. Но все, что я сейчас говорила, рекомендую еще раз прослушать это видео. Все, что я сейчас говорила, имеет место быть. Потому что по карте смерть отношения могут возродиться, выйти на новый этап только при определенных условиях, которые вы создадите, о которых я говорила. Посмотрим на эту карту и вспомним, что я говорила. Понимаете? Только так. То есть, когда вы будете готовы вести отношения иначе, позиционировать себя в этих отношениях иначе, ситуация из подвешенной превратится во взаимную любовь. По крайней мере, в шанс на взаимную любовь. И вы должны здесь понять еще один момент, что когда получите вот этот вот шанс, сами его создадите своими руками, своими энергиями, когда начнете прорабатывать свои вот эти вот желания капризничать, выносить мозг, отслеживать и так далее, когда вы сумеете это проработать, вы выйдете на такой новый уровень отношений, у вас появится шанс, каких у вас еще не было, ни ощущений, ни эмоций. Вы как заново получится ваши отношения, как будто бы заново родились, как будто бы вы заново только в них вступили. Партнер этого хочет. Вам к этому нужно прийти. Вот такая вот ситуация. Стоит задуматься, стоит поменять энергии, если вам этот партнер дорог.